И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Host Play. Мы продолжаем играть в Alan Wake, а точнее заканчиваем уже его проходить. В прошлой серии игра началась прям в темпе. Я иду на остров Колдран. Вот, врубаю здесь везде. За мной постоянно какая-то погоня. Постоянно что-то происходит. Я бегу, у меня патронов почти нету. Так, снять страницу. А куда мне идти-то? Не говори, что в лес. А? Ну не сюда. Оно тут завалилось. Все завалено. Давай на машине. Пофиг, куда на машине поедем. Нет? Так. И куда мне? Давай сюда, допустим. Здесь более-менее видно, что можно проехать. По полям, по лесам. Но вроде с машиной побезопаснее. С машиной-то безопаснее же, да? Или нет? Что происходит? Допустим, куда мне идти? Проход завален. Короче, все понятно. Пешком. Опять пешком, опять бежать, опять получать, опять страдать. Да? Сюда мне? Вот, какой-то забор, знаешь, ой, ты что делаешь? Давай войдем куда-нибудь, не? Уж проход есть. Это должен быть. Или мне не сюда? Да, ну не просто же так эту локацию сделали. Я думаю, что мне сюда, просто я не могу вход найти. Тут вон шумы и всякие. Так, допустим, сюда. Пойдем. Прохода до сих пор не вижу. Кстати, там что-то горит. Ты видел? Смотри, горит вон что-то. Так, а по карте мне вообще куда? А мне туда, кстати, где и горит. Оказывается. Или сюда мне. Без понятия, куда-то иду. Где-то блуждаю. И врагов нет. Такое ощущение, что мне все же не сюда, а куда? А мне вон туда. Добраться до озера Колдран. Допустим. В смысле, а здесь же камни. М? Я чувствую, я сейчас где-то застряну. Пойдем вниз. Мне-то что? Ходим вниз. Ходим вниз. Отдышись, задолбал. Еле ходишь. Отлично. Что, идем, бежим дальше. Чё происходит? Куда бегу? Туда ли я вообще бегу? Я не понимаю. Какое-то место опять. Или я назад прибежал? Стой.
Я сейчас прибегу к дороге обратно, да? Или нет? Ну да, вот она дорога опять. А смысл я тогда бегал? Мне пишет назад, надо ехать. Поехали назад. Типа я иду по метке. Вот поехали по метке. Вон мне там светится что-то. Но я ж оттуда. Или здесь специальный проезд? А, ну да. Действительно. Для кого сделали дорогу? Для дурачков? Так, сохранимся. Здесь можно вон сохраниться. Я надеюсь подобрать что-нибудь из патронов, потому что патронов нету. Чё ты, чик? Ебанутое создание! Конченый, сука, мудак. Господи, боже мой. Чё, отстань. Я на машине. Протараню свою машину и поеду дальше. А дальше дверь закрыта. Ясно. Не бей мою машину, пожалуйста. Я должен был... На. Как открыть эти ворота? Типа здесь? Все-таки я правильно зашел, да? Походу я зашел правильно. Так, взять термос. Зачем? Не знаю, пусть будет. Что-то откроется? Так, я так и понял, что ты отсюда выбежишь, ты. Стоять! Так, здесь же есть патроны, не? Дай патроны. Здесь... А это не радиорубка. О, ракетница! Светошумовую гранату. Вот это другое дело. Вот это хорошо. Вот это замечательно, вот это прям классно. На... Ага, во-во-во-во-во. Открылось, да? Да, поехали. На тебе. В принципе, зачем их таранить? Зачем их таранить, если, в принципе, они оторвутся от меня? Они же оторвутся от меня, да? Вот что-то горит, ты же говорил мне сюда. Что это за... Что здесь происходит? Что здесь все горит? Так... Давай сюда повернем. Начинается. Тупики. Тупик. Так, кучу всего дают, не просто так. Дали сохраняшку. Ни хрена не видно под этой. Давай. Ой, что-то не то сделал. Раз, два, три. Что-то оторвалось. Фальшфейер. Давай фальшфейер. Еще ракетница. Тут еще есть. Где? Он только что здесь был. Алан, ты застрял? Только не говори, что ты застрял. Не, красавчик. Я думал, ты застрял. Нет. Ну нет. Я это, мне все равно, я включаю. Что включил, что-то открыл.
Куда? Есть. А, вот что, поднимается просто, да? Алан, ты точно таким путем до озера добирался первый раз, когда ты туда пошел, а? Мне кажется, что-то не сходится. О, вот это вот дрифт. Здесь можно, только не видно. Только не видно. Когда в светлой комнате я рассказал Барри о своем плане, ага. Я притворялся, будто знаю, что делаю. Но это не так. Меня дай сохраниться. Меня логика сна. Я должен был найти озеро, пройти через все ужасы ночи. Должен был щелкнуть старым выключателем, хранящим детскую магию. Должен был написать счастливый финал для романа ужасов. Должен был спасти жену из темной тюрьмы. Должен, должен. Все, пойдем. 100% сейчас откуда выскочит говно какое-нибудь. Да? Скажи мне. Так, мне кажется, здесь как-то надо спуститься. Хотя бы так, да. Очень почему-то стало плохо видно. Что? Ничего себе ты качок. Ты реально такую бандуру можешь тянуть? Ничего себе. Чуть ли не товарный поезд потянул. Так, какие-то звуки. Сейчас появится что-то. Ага, свет. Зачем? Такой вот простой логический вопрос. Я не отдам ее тебе. А мне насрать. Я возьму сам. Сейчас, подожди. Я приду, мне надо сюда. Включи, ты че дурной? Есть. Я готов. Пуляй. Стреляй. Чем ты там стрелять собралась? Ах ты, падла. Ты не стрелять собралась. Ты позвала дурачков ко мне. Я-то думал, ты стрелять собралась. Ну? Иди сюда. Что такой медленный? Тебе насрать? Подожди, подожди, подожди. Стоять. Будешь ты мне еще выпендриваться. Перезаряди. Перезаряжаем и бежим. К свету. Давай. Давай, давай, давай. Сука, Ишак, как ты попал? Чё такое? Сзади! Кто сзади? Эй, ах ты скотина. А ты не хочешь ли выйти вот сюда, пожалуйста? Иди сюда, говорю. Сюда иди. Их два здесь. Не... они бегают-то как? Ах ты придурок, ах ты конченый, ах ты тварь. Беги, Алан, беги. Они не хотят, они бегать умеют. Увы, Алан. Они умеют бегать.
Я тебе сейчас дам. На. А все. А уж ужас. Вот и все. Ну этой фигней никак бы его не заманить. Они бегают именно. А я бегать не умею. Так, боеприпасы какие-то забрал. Куда дальше? Дальше идем. Ага, вот эту фигню надо подвинуть опять. Двигаем. Так. Страница с рукописи. Так, куда мне? Наверх? Или я здесь только ради рукописи? Не говори мне, что это так. А? Алан. Я здесь ради с рукописи? Походу, да. Нет. Не только ради нее, оказывается. Иди в жопу, я на свет иду. Дальше как хочешь, то, что делай, то и хочешь. Я иду на свет. Вдалеке виднелся Mirror's Peak. Там же и озеро Колдрон. Охренеть тебе еще топать. Ты совсем дурачок. Или мы типа поедем? Так, окей. Берем. Все это нужно, все это. Хорошо. Сюда прыгаем. Прыгаем. А на вот эту фигнюшку, не? Поехали. Так, перезаряжай все. Боеприпасов нету. Патронов 42, нормально, патронов. Такой медленный, слушай. Мне кажется, пешком быстрее было. Опа, я так и думал, что вы прилетите. Падла. Голодное воробьиное племя. Чё, все? Куда? Что? Поехали. Ты чё, дурачок? А, ну ладно. Куда ты стреляешь? Патронов нету. И так нету патронов, ни хрена. Слушай, Алан, ты в курсе, что ты, блядь, упал? Обойди. Вот это я вовремя. А чё делать? Это выпал. Я выпал. Опа, отлично. Есть что? Нету, видимо, да? Идем дальше. Походу, не там иду. Мне кажется, мне надо наверх. Ну, чисто вот логически подумать, мне кажется, надо наверх. Так. Опять воробьи. А, мне еще и толкать. Все, воробьи разлетелись. Побежали.
Да сколько ж вас тут? Сколько их тут? Так, еще кто-то, да? Сядь, что взять? Термос. Вниз вряд ли надо падать, это очень плохая идея. Скорее всего, мне сюда. Куда? Где? Сука, твари. Крысят, крысы летающие. Какашки опять эти валяются. Батарейку ставь. Кто? Так, идем дальше. А дальше нам сюда. Замечательно. Так, ну этих надо убить. Ты стал меня стрелять. За малым. Просто за малым он меня не треснул разочек. Стой. Стой. Дай всуну, стой. Спасибо. Теперь можно перезаряжать. Да что опять? Кто здесь понасрал? Оно везде. Оно везде. Оно движется? Так, а может мне дадите патронов? Немного. Капелюшку там надо чуть-чуть. Совсем капельку патронов. Патронов-то и заканчиваются. А нет, не заканчиваются. Я думал, уже закончились. А они нифига еще не закончились. Правильно побежал? Или надо было на машине ехать? Мне кажется, что-то не так. И что-то не туда. Нет, туда. Машину дай. Едет? Нет, не ездит. Оно не ездит. Кстати, я помню это место. Или мне уже флешбеки, мне кажется, все здесь одинаковое. Или я реально помню это место. Так. На нахер. Откуда ты это привезла? Так, какая-то хрень. Опять. Ну? Можно пройти? Спасибо. Так, нету. Сейчас появятся, кстати, монстры. Ты тварь! Я хотел, чтобы оно... Да куда вы делаете так? Ты дебил, зачем ты этот старт нажимаешь постоянно, блять? Лишь бы подергать тебе, сука. Одно, блять, руки дергать лезут. В другом месте подергаешь. Это возьми. Пальшвейра будет достаточно. Черт, черт. Ты дурачок? Ты нахер в него уворачиваешься? Так, насчет этих. Вот так. Старт. Старт. Старт.
Давай! Отлично. Вот так вот и все и закончилось. Батарейки, всякая говнину, вот это все подбираем. Мне кажется, серию придется делить. Я думал, это будет последнее, но что-то очень-очень долго все происходит. Бля, где ты эти поезда берешь? Что у тебя что? Товарный состав дома в кармане валяется. На. Не то, ой, не то, ты меня сейчас использовал, ой, дурачок какой, а? Красавчик прям. Мне сюда, я так понял, да? Да стоять, куда ты, блядь, бьешь? Ты, сука, заебал! И тыкает, и тыкает, и тыкает, и тыкает своей палочкой. Куда мне? Разве сюда? Типа, вот здесь я сделал, да, мне сюда. Побежали. Одна товарный состав свой бросает, другой тыкает постоянно, третий бежит, четвертый пердит. Что происходит? Вот это возьми. Фальшфейерами будем. Да какой плехомуха вот это? Где ты? Сука, тварь! Он типа вот начинает бить, и типа я нажимаю уклоняться, он сидит тут. Что за сложности прошли, пошли, я не пойму. Не было так сложно. Ладно, давай потихонечку проходить. Скинула товарный состав с десантом. Черт, черт. Вот, сука, иди нахер отсюда, а? Тварь. Где ты, тварь? Это не ты, не сюда, никуда ты бежишь. Ну, придурки вы, а? Где этот неуловимый мститель? Где? Где? Давай, иди сюда. Сюда. Сука, самый опасный. Где он есть? Вот он бегает. Так, ну вроде как что-то получается, что-то и не получается мне его поймать. Потому что он не появляется. Наконец-то. Получай себе. Вот так вот. Легко и просто. Деревья подгорает. У нее все. У него подгорает. Видишь, вон аж дерево запламенилось. Что ты сделал? Еще десант. Ты можешь мне... Залезь. Залезь. Мы не будем здесь ничего делать. Мы вот так пройдем быстренько. Куда ты пошел? А это мое место. В курсе? А мои места. Вот это я, конечно, попал. На. Тварь какая, а? Что, не получилось, да, убежать? Следующий. Подожди, подожди! Их двое таких. Да подожди, дай мне вот это, я не могу перезарядиться нормально из-за тебя. Но этих надо было убить, они прям жесткие. Она свои... Они уже корабли сюда кидает. Не сюда? Куда-то не туда бегу. Я куда-то бегу не туда. Мне надо вот сюда. Я слышу, как они сейчас появятся. По звукам слышно. Ну вот оно, да.
Вот оно, оно. Надо бежать. Просто бежать. Что это? Что это было? Стой, 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 стой. Все, иди в жопу. Я спрятался. Нет у меня. Нет у меня, подожди, подожди. Здесь что-то есть. Меня нету, но здесь что-то есть. И тварь какая, а? Вот мне стоило это делать, да, тебе? Где уже этот Mirror Speak? Где этот уже все? Долго это все. Бежать. Чисто бежишь. Что случилось? Что, черт? Что там? Опять что-то летит. Опять товарный состав летит. Откуда у тебя их столько? Скажи мне. Парней там вроде не было. Так бы с ветерком прока... Все здесь летит. Чисто кидает в разброс. Или пытается попасть, я не понимаю. Что-то взрывается. В курсе? Что-то плохое. Это я уже прошел их, что-то там не... Ну, я иду по какому-то месту, которое уже знакомо мне. Бочка. Скоро уже дойду, мне кажется. Так. И босс будет она, да? Или мне чисто щелкунчика щелкнуть? Пропустила бы щелкнуть и все. В чем проблема? Так, что здесь? Дробаш. Помповое ружье. Наконец-то у меня что-то появилось. Побежали. Десант. Добраться до озера. Я до него уже вторую серию пытаюсь добраться. Алан. Я должен был запустить генератор. А где генератор? А? Ты мне генератор найди. Я его запущу. Где генератор? Тут нет. Так, ну шано откуда-то идет? Нет, оно просто так сверлит. Так, здесь вообще никак. И нету того, что я хочу. Угу. Сейчас будем еще две серии искать генератор. Или он здесь? Нет, здесь не открывается. А вот он и генератор, да? Нет, это опять висюлька. Искрящаяся висюлька. Давай. Два. Я слышу, появился опять своей бензопилой. Секунду. Я побегу, пожалуй. Пожалуй, я побегу. Отстань. Можно бежать. Я бегу. Не насрать, я бегу. Опа. Лохи вы, лохи. Залазь. И не надо их никаких, ничего бить. Просто пробежал и все. Слышишь, мать? Хорош лампочки ломать. Они дорогие как бы. Как бы лампочки дорогие-то, да? Чтобы их... Так, куда? Сюда. Все, вышел. Так, здесь что-то есть. Боеприпасы, фальшфейеры, все это все подобрал, все, побежали дальше. Отступись. Нет.
Десант. Происходит. А, все ясно. Стоять! Стоять, я тебе сейчас кину все. Зачем? Конченый. Ты тоже будешь, да? По кусочкам? Ну? Ну? Почти. Ставь. Есть. Через шахту. Мать, ты больная? Откуда у тебя здесь вот такие вот штуки? Ну прям летит из... Ой, что-то по башке упало. Что-то по башке долбануло. Алис никогда тебя не любила. Да? Тебе-то откуда знать? Куда? Вниз. Да, десантуй. Да, десантуется вниз. Лохушка. Почти попала, но не попала. Чё, откуда ты это берешь все? Ты бежать будешь, нет? Что это все? Это жесть происходит. А я уже над островом, да? Стоять, давай, беги уже. Вперед! Красавчик! Красавчик, ну я ж почти уже, а ты такой тупой не смог это сделать. А где здесь спрятаться-то, чтобы это все сделать? Стоять, вот так вот так-то. Выдернуть легко, просто, или что? Не может. Вот я не понимаю этого. Кинь туда вот эту вот фигнюшку. Кидай. Не помогло, да? Есть. Помогло. Тебе не победить. Это бесконечность? Или это по кругу суется, а? Мне вопрос. Как это все пробить? Есть. Мне кажется, можно идти дальше. Так, что-то очень-очень длинное. О, вот это вот очень было больно почти что. Так, я думаю, просто надо бежать. Без всякого... Ты обречен. Что здесь происходит? Что за водоворот? Мне его убить, да? Подожди, вот это можно сунуть? Вот так вот, да. Оно не суется. Так, нейтрализовать торнадо. Как? Ударю светом в самое сердце. А где самое сердце? Найди сердце. Где сердце? Вопрос.
Я б ударил сердце, если б видел сердце. Сердце где? Вот это вот сердце? Нет? Уже ничего нету. Больной ты. Кидай! Нет, не сердце. Сердце где-то непонятное. Ударю в самое сердце. Где? Найди мне сердце. Ты видишь сердце, нет? Я не вижу. Ударю в самое сердце. Светом. Ну вот это ж сердце, нет? Или нет? Где сердце? Я в сердце бью, нет? Или я просто говном занимаюсь? Походу я просто говном занимаюсь. Батарейки трачу. Давай, еще. Ты все это выдумал. Кого я выдумал? О, нашлось, да? Где? Блять. Какие нахер птицы? Поразит сердце. Есть? Есть. Я-то думал, что делать, я уже из пяти уделал. У меня, оказывается, я же забыл, что у меня есть ракетница. Прыгай. Еще кунчик с щелкой. Плашмёй, ты что, дурачок? Плашмёй лететь. Надо же как-то, не знаю, солдатиком. Не знаю, может... Не, щучка нельзя. Солдат. Малыш, опа. Это был плохой сон. Просто очередной кошмар. Что происходит? Все хорошо. Ты дома. Это был не сон. Все хорошо. Ага. Включи свет. Включи свет. Включи. Дорогой, свет отключили. Возвращайся в постель, а я помогу тебе забыть о страхе темноты. Темнота. Это твой страх. Почему ты не боишься? Ты не Элис. Живо включи свет. Где свет? Где он? Где щелкунчик? Щелкунчик дай и свет дай. Все что угодно дай. Лишь бы не трожь меня только, пожалуйста. Алан, ты меня пугаешь. Иди я нет. Кровать. Нет. Ты принимал таблетки? Какие таблетки? Мне позвонить Хартману? Ты что, дурачок? Ты же дурочка. Я здоровый, адекватный человек. Иди. Какие кровать, таблетки? Алан. Нет, иди в жопу. Вернись в кровать, Том. Ты что, ебанулась? Найти щелкунчик. Опа. Что-то здесь вот это вот взять. Давай, что-то взял. Что она сказала? А что она сказала? Что-то на ней русском. Тебе нужно добраться до дома. Она хочет помешать тебе. Она не даст пройти. Да? У нее нет сердца. Оно наполнено тьмой. Ты должен заполнить его светом. Как? Щелкунчик ей в сердце вставить? Воткнуть? А это я, да? Не обращай внимания, это мистер Скрэч. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. В смысле?
Какие? Ты что несешь? Используй щелкунчик. Сейчас использую. Сейчас щелкну кому-нибудь в лицо. Пойдем домой, щелкнем ей. Дедом, щелкнем ей дома. Так, это что такое? Это обязательно, да? Что за психоделика началась? Фон, телефон. Баррель. Походу, это просто так. Пойдем, короче. Бесконечность. Я ухожу от тебя. Ну и пиздуй. Я ухожу, Алан. Я встретила другого. Вали. Ну и вали. Элис? Нет. О чем ты? Ты не... Ты меня не любишь. И не мог бы, ведь ты не любишь даже себя. Ты только мучаешь себя работой, от которой тебе плохо. Ага. Нет, я люблю тебя больше всего на свете. Ты моя муза. Нет. Кто ты? Что ты сделала с Элис? Алан, что ты делаешь? Включи свет. Что ты делаешь, Алан? Хватит! Включи свет! А что происходит? Неправда. Ничего этого не было. Серьезно? Ты не моя Барбара! Том, отпусти. Обещаю быть хорошей. Прошу, развяжи меня, озорник. Я помогу тебе написать шедевр. Что у вас происходит? Я буду любить тебя вечно. Так, я почти добежал до дома. Ты не Барбара Джаггер. Я ошибся. Не надо было мне тебя вписывать. Ты вернулась другой. Твое сердце полно тьмы. Убери нож, Томас. Я что, зарезал? Кого я зарезал? Пойдем наверх, пойдем туда и все сейчас. И воткнем щелкунчика в сердце ей, освободим ее, и все будет хорошо. Здорово. Теперь ты никогда не вернешь. Ты что, ее убил, что ли? Я же говорю, сердце и щелкунчика. Я гораздо старше тебя. И чё? Старше, чем твое первое творение. Да мне всё равно. Я найду себе новый облик. Зачем ты кулак туда суёшь? Дорожий сон освободит меня. А, ну я же говорю, воткнуть ей в сердце и нажать щелкунчик, щелкнуть ей. Долгая будет серия, кстати, очень долгая. Не рассчитывал, может даже поделиться на еще одну. Как дом монстр, я тебе говорю, с мультика дом монстр дом. Прям точь-точь. Где Элис? Еще не все? Я ощутил. Понял, что мне нужно сделать. Я знал, каким будет конец ухода. Депортуны. Есть свет и тьма, причина и следствие. Есть вина и есть искупление. Но равновесие всегда должно сохраняться. У всего есть цена. Вот где ошибся Зейн. Предстоит долгое путешествие через ночь назад к свету. Опять будет писать сейчас неделями. Элис? Элис? Ща выплывет. О нет. Ну? Ты спас ее, нет? Или опять это, типа, день сурка? Не понимаю пока что, если честно, что здесь происходит. А нет, что, булькнул кто-то? Кто булькнул? Бабёха булькнула? А, плывет. Сама выплыла.
Давай быстрее, задохнешься. Прикольно, да? Ночью упала, проснулась днем в воде, выплыла. А нету, все. Алан. То есть. Ща, я, конечно, досмотрю, но то есть я сейчас. Правильно ли я понял? Ну-ка. Правильно я понял, что он взял, типа, и вычеркнул себя из истории, чтобы он не написал, короче, вот эту всю билиберду, а она, типа, сделала, чтобы она выплыла. Типа, чтобы он утонул и исчез, там, типа, она выплыла, вот такой вот. Я это правильно понимаю? Типа, всего этого не было, все замечательно. Типа, просто он взял, утонул, типа. Она выпала. О, Тор и Один. Так, а ты чё? Ты чё с фонариком? А не, он ещё пишет. Это не озеро. А что это? Это океан. Алан, проснись. Булькает. Проснись, ты обосрался. Ну вот мы и закончили прохождение Alan Wake Remastered. Что я могу сказать по этой игре? Очень затянуто. Вот прям очень-очень затянуто, особенно в конце. Я уже думал, что вот я ее никак не пройду в этот вечер. Что я думал, это растянется на 2 серии, но, видимо, выйдет очень большие 2 серии. Или 3, одна большая, а 2 поменьше. Как-то так. Ой, давай без песен, алло. Что еще могу сказать про эту игру? Сюжет вроде бы интересный. Я как бы... пересматривал тоже, я же тоже свои видео смотрю, как по-другому. Я смотрю, что не так, что так. Мне всё... Да, сврать не хотел на это. Мне это сюжет понравился, концовку я не понял, или я понял, но вот так вот, как я тебе объяснил. Не знаю, напиши ты, как ты понял эту концовку. Потому что я ни хрена не понял. Ну, допустим, да. Да, достал, ты дай мне досказать. Что еще могу сказать по игре? Остальное, вот сам геймплей, он очень скучный. Я уже под конец, я уже не говорю, когда же это уже будет концовка. Знаешь, можно было побольше сюжета, поменьше вот этих беганий, потому что все это однообразно. Ты ходишь, стреляешь, ходишь, стреляешь, ходишь, стреляешь, ходишь, стреляешь. Типа больше ничего. Типа ходишь, стреляешь, немного сюжета, ходишь, стреляешь, немного сюжета. Из этого складывается черточка, две точки, черточка, сос. Вот так вот. Помогите. Когда это уже закончится. Вот мы закончили игру. Ну и все. Вот он мой честный на нее обзор и заключение. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в новых видео.